привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девочки, мальчики, давайте пойдемте пройдемся по 13-й линии. Музыка играет, немножко отойдем. А давайте пройдемся к детским игрушкам, посмотрим. А сколько такие игрушки у вас стоят? 500 рублей. 500 рублей. Розница? Это опт или розница? А вот это сколько? 800 рублей. Ну, пойдемте дальше, потому что здесь музыка играет. Пойдемте дальше. Также посмотрим, что у нас там. Заколки, ободки. Всякие разные. Сколько такие у вас заколочки, эти ободочки? 150? 150 рублей. Всякие стразы с бусинками. Это розница, да? Угу. Также здесь можно приобрести резинки. Упаковка сколько резинок? 300 рублей. Сколько штук? 80? 80. 300 это розница, да? А сколько вот эти наушники? 300? 300 рублей. Ну, пойдемте дальше. А давайте спросим, сколько стоит... Сколько розницы? А самокаты детские сколько стоят у вас? Зачем вы записываете? А вы почему так сразу с негативом? А для чего вы записываете? Я? Да. Я вообще блогер, веду про рынок садовод. Ну, вообще-то у нас запрещено здесь записывать. А кто вам сказал? Как вас зовут? Артем Вячеславович. Тут запрещено вообще записывать. Кто сказал? Во-первых, руки не пускайте сейчас на меня. Здесь, сейчас а позвоню. Вы мне что, с агрессией? А почему вы ко мне с агрессией подошли? Я не с в приказном тоне. Нельзя, запрещено снимать. Закон Конституции Российской Федерации имеет право. Я вам сказала, я блогер, который полтора года ваш рынок садовод снимает. Угу. Ну и что, угу, вы со мной так. Я тоже могу так с вами разговаривать. Во-первых, не трогайте меня. Не трогайте, я имею право снимать. Вы меня что, арестовываете? Закон почитайте, молодой человек. Артем Вячеславович. Можно я вашу эту посмотрю? Артем Вячеславович. Так, ну что, пойдемте дальше. Сколько стоят такие ваши игрушки? Вот такие? 350. 350? Да. Розница, да? Да. Ага, спасибо. Так, а вот это вот наборчики сколько стоят? А, вот такой будет стоить 1800. 1800. А можно визиточку вашу? Да, конечно. Угу. Так, вот, давайте посмотрим детские игрушки. Игрушки здесь разные. Всякие мыльные пузыри. Сейчас мы спросим, сколько стоит. Артем Вячеславович, я живу в России, и закон Конституции Российской Федерации никто еще не отменял. Поэтому не надо со мной грубо. Потому что почитайте сначала закон. Так, вот, девочки, смотрите, номер телефона, линия 13, павильон 31. А покажите нам еще, какие вот лолы наборы, сколько стоят? Вот такие? Ага. 650 рублей. Угу. А вот этот? 800 рублей. Ладно, спасибо, пойдемте дальше. А сколько стоят у вашей терки? Вот сейчас многие их спрашивают, называется терки. Миллион, да? Миллион. Или как? Миллион, да? Да. Сколько стоят такие терки? Терки стоят 1500 рублей. 1500, да? Да. Там, расскажите, там же несколько функций, несколько да? Несколько функций, три насадки разные. Угу. Для овощей. Есть еще пять в одном. Пять насадки. А пять в одном сколько? Пять в одном 2500. 2500, да? 2500. Угу. Еще что? А скажите, вот это вот покажите. Новый модель, да. Nicer, по телевизору рекламируют. Ну, 24 сколько? Часа рекламируют. Ага. 700 рублей. 700 рублей стоит, терка, да? Для сыра. Для сыра сколько? Даже на новости показали. Сколько стоит? 500. 500? А можно визиточку вашу, мало ли? Визитка сколько? Хорошо. Сейчас. Давайте, ага. А вот эти вот мангалы, вот сколько? Такие интересные эти наборы. Это 4500. 4500 такой. Тоже по телевизору когда-то рекламировали. Да? А вот еще покажите, какие. Сейчас же лето. А вот эти сколько? Подставка для шампура. Сколько? 1500. А вообще у вас шампура, вот скажите, от какой цены? От какой цены? Да. 100 рублей. Разные, да? А вот эти вот, вот эти наборы сколько? Эти по 7000. Угу.
7 тысяч. А что у вас еще новое есть? Новые, а вот наборы, давайте чего. Посмотрим. Вот это. Это набор 5 тысяч рублей. 5 тысяч набор. Хороший, да? Набор. Идет фляжка. Фляжка. Стакан, нож, шампура, и шампура, ножки, как барбекю, как мангал, ага. Топор, нож хороший, кизлярский. Ага. И вот так вот чехольчик, раз? Да, чехольчик. Ага. Раз и все. Закрывается, открывается. А вот это что? Ну-ка расскажите. Это термос. Термос такой? Сколько да. стоит? Хороший термос, сутка держит. 1500 рублей. 1500 рублей. Ясно. А что еще у вас? Ножики. Заходите. Давайте вот набор. Заходите. Ну, вот эти набор ножей, сколько у вас? Вот, Иришки, здесь. Набор. Это только подставка. А подставка сколько да. стоит? Подставка такая 500 рублей. 500 рублей стоит, да? Ясно. А что вы нам еще покажете? А вот это что это? У нас много чего. Это для зелени. Сушилка а, сушилка для зелени. Для зелени. А ну-ка покажите нашим женщинам. Моешь и крутишь ее. Все, она сушит. И сколько стоит? 500 рублей. 500 рублей. Посмотрите. Хорошая. Девочки, сушилка для зелени 500 рублей. Так, что нам еще? Много чего. А ступки вот сколько? Ступка такой 250 рублей. 250 рублей. Розница это. А вы мне цены какие назвали? Розничную цену. Розничную, да? Очень большой выбор поварешек, терок, всяких много разных. Ложки, да. вилки, штатари, ложки, наборы вилок. А давайте вот набор ложек покажем, хотя бы один. Набор ложек, одна штука 120 рублей. Российские. Сколько здесь штук? Там 12 штук. Сколько? 10 штук? Посчитаем. 1200, да? 1200 рублей. А вот эта чесночница, вот терка такая, сколько терка стоит? Терка с контейнером 90 рублей. 90 рублей. Да. Так, также шумовки. Шумовки всякие новенькие, много чего. Вот все, лента все. По телевизору рекламируем. А давайте, что это за лента? Лента, как с кожи, на все клеите, даже на воде. И сколько стоит? 100 рублей стоит. 100 рублей эта лента. Девочки, мальчики. Так, что нам еще покажете? Много чего. Вот. А вот это что это? Вот это шпатель кондитерский. Шпатель кондитерский? Кондитерский, да. А, и сколько он стоит, шпатель кондитерский? 150. 150 рублей. Вот. Толкушки, точилки, всякие доски. А вот это сколько для формы? Это для теста. Для теста. Да, сколько? Сетка делает. 100 рублей стоит. 100 рублей. Вот, ручки, а овощи резки вот эти овощи вот? Овощи резки есть, вот, они все хорошие, кисловодские, около 300 рублей. 300 рублей, а да. эти? Эти 150, 100. 150, 100 рублей, ага. Так, девочки, кого заинтересовал этот товар? Ну, ребят, ну, это возьмите, что? Во. Боже хорошую мой. Хорошую визитку возьмите, во. Во, правильно. Ребят, если кого заинтересовал вот этот товар, вот, пожалуйста, визиточка, а мы пойдем дальше. Пойдем дальше. Заходите. У них очень много интересного. Цена у нас хорошая. Да, да. Цена спасибо, бомба. Ребят. Бомба. Бомба, бомба. Так. Также здесь можно подарочные. Это я уже снимала, показывала. Всякие разные статуэтки. Сколько такие? Сколько розница? 200. 200? Угу. Сейчас Пасха скоро, да? Сколько яйцо деревянное? 50 рублей одна штучка, да? Девочки, 50 рублей одна штучка. Оптом 30. А оптом 30. 10 штук 30, а одна 50? Ладно. Ну, пойдемте дальше. Брелочки всякие разные. Сколько брелочки? Здрасте. 200? 200 рублей. Брелки здесь интересные. Всякие разные. А слитки вот сколько? Вот иногда спрашивают у меня... Сколько? 350? 350 рублей слитки. А тут без разницы, да, какие? Любые 350? Разные. Разные? А вот эти сколько? 100 рублей. 100 рублей. А вообще от какой суммы? Я хочу оптом или... Это 100 рублей розница? 100 рублей розница. Так, ну пойдемте дальше. Так, что у нас здесь еще? Музыка играет, будем идти дальше. Пойдем подальше. Игрушки меховые. Давайте спросим, сколько стоят такие большие медведи. Сколько такой медведь в розницу? 6 тысяч, ребят, кто у меня вот большие медведи спрашивал. 6 тысяч. Ну, это отдел меховых игрушек. Разные. Визиточку можно, меховые игрушки ваши? Посмотрите, какой большой выбор. Почему? А я вас не показываю. Да, я только мишки показываю.
А вы мне? Мишки? А зачем вы мне нужны? Мне вот людям игрушки. Сколько такие вот игрушки-подушки? Что? Вот эти сколько? А не надо, да, вообще. Вот, видите, девчонки. А не надо. А что вы мне... Нет, подождите. Нет. Вы что мне бьете рукой? Не прикасайтесь ко мне. Не прикасайтесь, мужчины. Я вас трогаю? Не снимайте. Мужчина, трогаю я вас? Нет. А почему вы меня трогаете? Я не трогаю. Я говорю, нет, вы меня почему сейчас по руке бьете? Вы если меня сейчас затронете рукой или тюкнете. Моя хорошая. Все, до свидания. Я даже не хочу с вами агрессивно вот это вот. Ребят, видите, как агрессивно. Линия 13, павильон 54. Очень агрессивно. Так, ну что, тут досточки, линия 13. Ножи по 50 рублей. Досточки, здравствуйте. А сколько вот такие вот наборы досточек у вас? 150 рублей. 150 рублей. Эти, да, тоже 150. Посмотрите, девочки, какие красивые досточки. По 153 штуки, 150 рублей. Линия 13, павильон. Павильон? 73. 73. Скажите, а сколько вот эти терки у вас? Они по 700 рублей. 700 рублей, да? Так, и швабры у них, посмотрите, всякие разные. Есть. А можно вашу визиточку? Да. Сейчас дадут визиточку. А швабры какую цену у вас? Швабры есть по 500 рублей, есть по 300 рублей. И по 300, и по 500 есть? И по 300, и по 500 рублей швабры. Так, ну давайте посмотрим, что у них есть. Тормоза очень разные. Разные модельки. Сколько тормоза вот такие? Тормоза разные. Вот этот сколько? Это по 500 рублей, который маленький, 400 рублей. По 400 рублей есть. Да. А что еще новинки? Вот это что это за набор? Это пирог. Пирог? Да. А, форма для пирога. А что у вас новинки есть? Вот, чтобы вы показали моим подписчикам новиночки какие-нибудь. Вот ножи есть, которые для кухни. Все есть. Все есть, да? Да. Угу. Ножки, вилки. Тряпочки, да? Да, ножи, ножницы. Угу. А ножницы, вот сколько у вас стоят ножницы? Ножницы хорошие, считаем, по 350 рублей, 250 рублей. А самые дешевые? 500 рублей, 150 рублей, разные. Угу. Так. Так, а вот эти, как они... Это сантиград, да. Да, да. 150. Термометр. 150 рублей термометры. Да. Ну, угу. Разные. По 250 рублей. По 250 рублей есть, ага. Спасибо огромное. Угу. Давайте визиточку вашу с телефоном. 75. С телефоном. Ага. Номер телефона. Так, вот есть маленькие термометры. Отвертки тут разные. Отвертки от какой цены? Цена от 50 рублей. От 50 рублей. 150 рублей разные. Тоже разные, да? Угу. Лопатки вот есть. А сколько такие вот? Какой? Вот такая. Они 100 рублей. 100 рублей. А русского стиля? Какой? Это тоже так же? 100 рублей. Всякие разные терки. Ситочки, кисточки, разные модельки, чеснодавилки, щетки. По 50 рублей. По 50 рублей, да, чеснодавилки? Да. Угу. Маленький ножи. Спасибо огромное. Так, ребят, вот 13-я линия, 71-й павильон, 1000 мелочей, телефон, вот, пожалуйста. А мы идем дальше.